Более 30 сотрудников общественного транспорта привлечены к административной ответственности. За выполнением санитарных требований в нашем регионе следят 78 мобильных групп. Проверяют общественный транспорт, социальные и бизнес-объекты. О результатах проводимой работы рассказали журналистам на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Далее Антон Александров. 8 санитарных постов сегодня функционируют на сопредельных территориях с другими областями. Так удается контролировать всех, кто въезжает и выезжает. В общем, там дежурят 50 сотрудников полиции. С момента установки этих санитарных постов проверено уже более 53 тысяч автомобилей. Как соблюдаются санитарные требования внутри населенных пунктов, проверяют мобильные группы. 20 факта дюкендермен базарларда. 15 нарушений выявлены в ночных клубах, ресторанах и букмекерских конторах. 20 фактов в магазинах и на рынках. Есть один случай, когда в центре праздновалась свадьба. Там находилось 80 человек. 5 нарушений в банках и организациях дошкольного образования. Зафиксировали 24 факта неношения масок в общественных местах. 78 мобильных групп сегодня курсируют по территории Карагандинской области. Только за последнюю неделю они проверили около 1200 различных организаций и предприятий. В итоге выявили 41 факт нарушения санитарных правил. В сфере железнодорожного и воздушного транспорта также проводятся рейдовые мероприятия. По состоянию на сегодняшний день органами СЭС на транспорте в составе мобильных групп проведено 18 внеплановых проверок объектов железнодорожного и воздушного транспорта, по итогам которых к административной ответственности привлечены 2 должностных лица и 23 физических лица за нарушение санитарных правил в период пандемии. Весь транспорт, курсирующий в области, также проверяют на предмет соблюдения санитарных правил. В общем, порядка 60 компаний сегодня занимаются организацией перевозок. Это примерно 1600 единиц транспорта. В регионе функционируют 234 регулярных автобусных маршрута, которые охватывают свыше 200 населенных пунктов. В итоге более 30 сотрудников общественного транспорта были привлечены к административной ответственности за невыполнение санитарных требований. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.